Привет, ребята! И мы в Майами. Так как нашим мальчикам мы сделали небольшой сюрприз за то, что они нам подарили такую возможность приехать сюда, мы им купили поездку на джетски. Джетски – это водный мотоцикл. Сейчас они поехали кататься туда, проходить какие-то тесты, подготовку. Ну, а мы с Мариной, как девочки и как положено девочкам, идем сегодня в молл. Мы сейчас пытаемся понять, как тут устроен молл, где какие магазины. Тут такой красивый такой фонтанчик. Освежиться. Сегодня жарко, правда. Я не знаю, сколько градусов, у меня часов моих с собой нет, я не брала специально. Но пока мы еще ничего не видим, пока просто смотрим. Вон у нас Nike, банк какой-то, что там еще. Там уж, там Lacoste. Пока смотрим и определяемся. Мы нашли первый магазин, купальники. Пойдем посмотрим цену. Короче, я даже не могу слушать дверь. Он вообще работает или нет? Купальники, кстати, симпатичные, но что-то мы не можем зайти внутрь. Даже посмотреть цены. Оно закрыто. Короче, он закрыт. Посмотрели. Hi, thank you. We could open the door. Зашли. Сейчас посмотрим, какие тут цены. Just for looking for some swimsuits. If you have any questions, let me know. Okay, thanks. Да ты чё? Короче, зашли, да? Купальники по 500 бачей. Да. Сколько трусы? 265. Короче, вот у нас только трусики. 265 баксов. Не то что Вове, даже мне это много. Такое. Все развлечения. Дорогое развлечение. Красивые, кстати, эти. На пляж. Иду. Вообще купальники симпатичные, в принципе. Ну, слышишь, за $500. Что-то у нас в Техасе я не видела таких цен. Ну, окей. Да. Чисто типа пофоткаться. Не, так никто не спорит, они красивые. Ну, послушай, за 500 бачей. О, слушай, а как они открыли дверь? Ну, а здесь у нас что? То же самое. $140. Это только низ. А вверх... плохо видно. Плохо может видно. 154. Капец. Я представляю Вовину реакцию, когда он будет клеить же до видео. Сколько? Мы пока посетили первый магазин. Цены нас очень приятно удивили. Послушайте, с такими ценами мы, наверное, вряд ли что-то купим, если за один купальник приходится отдавать по $300-$500. Так, это у нас следующий магазин. Gap. Может, нам здесь повезет. Не знаю пока что. Дошли приемлемые цены на скидке. Take an extra 50% off. Не знаю, сейчас посмотрим, может, что-то найдем. Ну, хотя бы здесь уже что-то более или менее такое приемлемое, не $500. Второй магазин тоже не увенчался успехом, но, по крайней мере, там были адекватные цены. Следующий. Это что у нас? Мейкапы, да. Там, кстати, тоже что-то есть. Нужно будет зайти в другой. Можно покушать, если вы голодные, кстати, зайти. Тоже неплохо. Плавательные шортики с арбузиком. Это... Нужно зайчику подкупить, какие прикольные. 40% off. Это же будет подарок. Любимый женский магазин в Америке. Pink, Victoria's Secret. Мы не можем пройти мимо. Идем. And if you apply for the card get approval, there's $25 discount only today. Enjoy, Monica Sabino, she can help you. Еще пропустила, что она там сказала, если честно. Марина там разговаривала. Погнали, девочки. Женская тематика. Я не знаю, пропустит ли это YouTube, ну, короче, прям глаза разбегаются. Я иду. Марина что-то там нашла.
Так, а слышишь, что она сказала про скидки? Есть какие-то или нет? Это что? Халатик? Да. Она говорила, что это про скидки? Да, она сказала, что если сказала? Мы сегодня хотим оплатить на карточку, то... Кредитку, 20... типа? Да, 25%, но ну. Еще есть, короче, на все сегодня скидки. Сколько? На все прям? Ну, не прям на все, нет. Вот там, может, я что-то показала. Слушай, пока я никаких скидок не вижу. У них обычно бывают очень хорошие скидки. На белье, на бра, то есть на... Она сейчас сказала, $35 считаны такие. Халаты и так далее, и какие-то пижамки и так далее. В общем, много на что есть хорошие скидки. И, в принципе, на скидках здесь можно купить очень, ну, как бы неплохие вещи. Но люди говорят, что вообще Victoria's Secret немножко испортилась, и раньше она была лучше. Ну, что делать? По крайней мере, я считаю, что это один из лучших магазинов, где можно хотя бы посмотреть что-то интересное. Здесь, кстати, кроме белья, есть туалетная вода, косметички, сумки, крема, бальзам, в общем, много-много чего. Мы сейчас пойдем туда, еще тоже посмотрим, что там есть. Всякие такие спреи, масла, в общем, что хотите. Даже есть вот 3 за 25 или 2 за 20, это лоушен. Но проблема в том, что если мы летим самолетом, да, мы можем купить вот это вот там лоушен, это лосьон, кстати, и еще что-то, и оно не пройдет по объему, то есть это все просто выбросит. Как у меня было в прошлый раз, мы летали в Сарасоту, у меня просто тупо выбросили новый бальзам для волос, по-моему. Здесь даже вот это вот, по-моему, на скидке, если я не ошибаюсь, да, регулярная 18, цена, ну, обычная, да, 5,99. Я говорю, ну, проблема в том, что 250 мл, оно не пройдет по объему, то есть я очень хочу там что-то себе купить красивое, да, всякое. Особенно после загара нужно что-то увлажняющее, но меня просто это тупо выбросят. Ну и пошла женская тематика. Сумки. Давай посмотрим прайс, потому что я не знаю, 78. Как бы недорого, я бы сказала. Victoria's Secret вообще что такое? Не знаю, даже сейчас что-то такое, что-то такое, ладно. И сувенирчики, блин, надо это назад повесить. Быть воспитанными, да, не оставлять после себя мусор. Так, что у нас здесь? Ищем что-то на скидках. Вот, например, если вы хотите себе белье, 5 underwear за 30. Ну, как бы скидка так себе, у них вообще иногда бывают прям очень хорошие скидки. И тех же 5-7 вы можете купить за $20. Вот здесь такие пижамки запакованы красиво, вот так вот. Прям всяких-всяких разных. Красивых много. Ищем свой размер. Сколько они... Вот даже тут есть размер и рост. Слушайте, а где прайс? Я даже не знаю, где прайс. А вот. Что у нас тут? Что у нас тут? 89,50. Ну, как бы, для Victoria's Secret даже недорого, не знаю. Но, в принципе, я говорю, на каких-то скидках, да, может, какие-то есть там, Новый год, Рождество, какие-то вот американские праздники, то в принципе, я думаю, что можно купить их и дешевле. Здесь, кстати, вот мы нашли $20. Я прочитала, здесь идет это пижама, кофточка и шорты. То есть вот этот весь сет, он стоит $20, что, в принципе, неплохо. Если мы определились и хотим что-то купить, мы ищем размер. У меня размер XS, что, в принципе, здесь проблема, потому что я для них очень худая. Если я хочу вот найти себе то, что я хочу, вот я ищу там размеры, да, что мне... Где тут они, блин? Что тут? А, extra large и так далее. В общем, я нашла свой размер единственный, XS, вот это вот, вот такой вот расцветки. Блин, пока что. Как-то я не очень хочу это. Леопард я вообще как бы не очень. Что животный принт мне же вообще надоел в этом сезоне. М-ка, черные. В общем, слушайте, моего размера здесь только один. И то низ. То есть я еще не знаю, что сверху. В Америке продается... Они, в принципе, вещи, там, купальники, белье, оно не продается комплектом. То есть за то и другое вы платите отдельно. И они, в принципе, его не собирают. То есть вы находите себе бра и находите себе низ сами. То есть они могут поставить это на манекене, но в принципе оно не идет сессом. То есть вам нужно это подбирать, что я вообще категорически не люблю, потому что
не знаю, ну, мне неудобно. Я как бы хотела, чтобы, о, я нашла себе комплект, я его купила, все было подобрано, не ходить мне по магазину все это собирать. Слушайте, я нашла, я посмотрела, что это, то, что я показывала, это были аксессуары, и wallet — это кошельки. То есть купи два, получи один бесплатно. Ну, чаще всего такие акции. В Pink уже получше, мы берем 5 за 30, да, то есть 5 за 30, это уже неплохо. И, кстати, я нашла такие спреи, это парфюмерная вода, как бы, как мы по-русски говорим, 2,99, вот, ну, разные у нас такие маленькие штуки, это, как она, это кокос, это у нас папайя, ну, они хотя бы, да, они подходят по объему, здесь 75 миллилитров, то, что, и вот это вот у нас допустимо, да, для того, что мы взяли с собой в самолет. Это уже в Pink здесь идет body care, то есть это все для тела. Можно купить 2 item за 10, либо 3 за 8. Здесь вот 2 маленькие за 8, кстати. Сколько здесь мили? Тоже 75, но там было дешевле, потому что там акция, то есть... Все это парфюмерная вода, крема и так далее, все это для тела. В общем, мы с Мариной думали, что делать, и она себе взяла пижаму, 2 даже. Но Марине проще, Марина нашла свой размер. Я нашла себе XS вверх, и S-ку я решила взять вниз. Вот такая. Вот это вот S-ка. Ну, я думаю, что это пижама, в принципе, может, оно будет неплохо. Я понимаю, мальчикам это не интересно, но я думаю, что девочки меня тоже смотрят. Помадки. Купи одну, получи одну в подарок. Помадки. Ой, сорян, да. Купи 2, получи одну в подарок. Я не так прочитала. Помадки. Главное, чтобы было место в чемоданах. Угу, точнее. Главное, чтобы не повыбрасывали. Короче, мы, как обычно, неправильно посмотрели. И было $20 за каждую айтем. То есть не вся пижама 20, а 20 вверх и 20 вниз. Ну, короче, мы решили, что уже поздно метаться и, в общем, купили. И, кстати, зайчик, твоя кредитка у меня. Что? Мы зашли в Sunglasses Hut, где можно купить солнечные очки. Марина хочет купить Валику очки. Послушай, Марина, мы немного им дарим подарков нашим мальчикам. Мы еще пока не получили ни одного подарка, как бы экстра, да? Мальчики уже получили джетки, и завтра у них будет еще один подарок. О, Ray-Ban. Сколько? $158. Что, тут никакой акции нету? Что цены, слушайте, даже меня убивают, я не знаю. Ага, вы где всегда наклоняете? Айси, thank you. Если покупаешь одну, вторая 60%. Гуччи. Валик Гуччи? Диор. Хоть посмотреть. Кстати, Диор $240. Не так плохо, я думала, что больше. 300, блин. Плохо видно, конечно. Плохо видно, ребят, я извиняюсь, потому что в связи с этим ковидом они особо не хотят, чтобы мы трогали, потому что им нужно будет все это чистить. И он сказал, что если мы бы их не взяли, померили, нам нужно их положить вот сюда, чтобы они их почистили перед тем, как другие люди будут их надевать. Да, иду. $1000? Ты что, будешь их мерить? Ты что, гонишь? You wanna try it on? No, thank you. Шанель, 1100? 1140 долларов. Капец. $1000. Кошмар. Вова будет в шоке. Вова будет клеить это видео. Селин. Коуч. У меня, кстати, сумка коуч. 197. Так цена? Плохо видно. Я говорю еще раз, потому что... Я думаю, что они не особо в торге, что мы их будем трогать, да, потому что все это надо будет, нужно будет им убирать. Валик Гуччи. У Марины даже Гуччи нет, Валик Гуччи. Валик в прошлом году купил Гуччи за $500 ему, и он их взял и на лодке. Валик. Какие же ему красивые. Мы Вове купили Guess, нормально. $420. Нормально. Я люблю его, конечно, но не настолько.
Валик, мы тебя любим, но не настолько. Прада. Дольче Габбана, Диор, ну как Валентина. Ты ну хоть посмотреть, да? Не, ну очки за 1040, пусть они не разбакули. Да, мы пока не настолько богато живем, чтобы позволить себе очки за 1140 долларов. Но, зайчик, ты не забывай, твоя кредитка у меня, да, то есть, в принципе, я могу об этом подумать. Но мы же любим Марину, да, и мы не можем отказать ей в таком удовольствии. Да, зайчик. Да, зайчик. Мы, походу, не тот мол выбрали, да, Саша? Марина говорит, давайте зайдем в другой, да? Там Джимми Чу, Гуччи, наверное, тоже, да? Валик, наверное, ты будешь без очков почти. Короче, нашли купальники. Цены еще пока не знаю. Слушайте, черный, не хочу черный, не хочу черный. Боже, ладно, извиняюсь. Прям много. Здесь хотя бы что-то было на скидке по 50-60 долларов, да, это, в принципе, неплохо, но мы сейчас пойдем еще посмотрим. Потому что, блин, это Флорида, но не может быть, чтобы тут не было купальников. Так это не на акции, мы ищем на акции. Дубай 2. Мир купальников. Вау. Да. Красиво, но дорого. Хорошая песня. Вау. $125, да капец. Красиво, да? Цены можно умереть. XS, прямой размер. $135, только низ. Не весь купальник, низ. Swimwear. $135. Прикольно, кстати. Поход закончен, да, в этот магазин. И тоже это не увенчалось успехом, потому что, в принципе, за только низ, только за низ они хотят 135, 140, 150 долларов, что, ну, реально дорого для купальника, да, плюс еще верх. В принципе, я бы сказала, что, возможно, в Техасе цены ниже. И, ну, смотря, конечно, на что. Но здесь ниже налог по штату. Вчера кто-то говорил, по-моему, что здесь 7%. Я не утверждаю, нужно посмотреть. У нас в Техасе налог по штату 8.25. H&M. Там, кстати, купила купальники в Техасе один, наверное, за $20 в прошлом году. H&M, да. В принципе, да, цены уже адекватные. И вон у нас купальники. Пойдем туда посмотрим. Старый добрый H&M. 10-12 долларов. Уже просто полегчало. Мы нашли пару вещей, но, к сожалению, как и в Техасе, примерочные здесь закрыты. Я, в принципе, в магазинах не покупаю вещи, ну, наверное, скорее нет, чем, да, без примерки. Поэтому мы здесь все оставляем. Идем в следующий магазин. Я уже здесь один раз купила платье без примерки, оно было на акции. Я дала в него там буквально $10 или сколько, и придя домой, я его померила, и оно мне оказалось маленькое. В связи с тем, что мы ездили в Оклахому, то есть мы были заняты, я не успела его вернуть в назначенный срок, и получилось, что они такие, в принципе, ну, мы как бы не можем уже сделать возврат. Одна из опций была то, что я могла что-то у них купить, да, найти какую-то другую вещь, и они мне бы сделали, в принципе, скидку там на $70, которые я потратила на платье. Поэтому, в принципе, ну, не хочу. Пришли в магазин, тут все прям с надписью «Майами». И, в принципе, цены, по-моему, даже ничего. Не знаю пока, как на купальнике. Cover. Да? Марина нашла, он за $30 и говорит «Нормально». Не за 200, за 30 это тоже уже хорошо. Сувениры. Короче, все, что там, 4,99 за кичи. Это брелок для ключей. 4,99, 3 за 12. Вот, хотя бы адекватная цена, да. И кавер. Стуем кавер, это то, что вы можете надеть поверх купальника на пляж. 34, ну нормально. А, еще я ищу примерочную, потому что в моей ситуации без этого не обойтись. Еще одна сейчас проблема будет, если она у них работает, то, в принципе, можно что-то посмотреть. Смотрите, I love Miami. Прикольно, но, честно, на этот самый, на ощупь. Ну вот это ничего, но вот та, прям синтетика.
Сколько там прайсис он есть вообще? Ну, за $14, в принципе, неудивительно. В принципе, не... Ну, вообще, прикольно, да? У вас здесь разные все штучки, все Майами, сумки, с которыми девочки обычно ходят на пляж. Ну, прикольно. Я бы сказала, прикольно. Сувениры, рамки такие красивые. Шаты. Шат глассес. Прикольно. Капец. Ну что, ты все? Я не знаю, надо это, нет. Сколько стоит? Тут бокал. Пиваша. 14. Вот какие есть. Ну. Для настоящих мужчин. Да. Настоящие мужчины сейчас катаются на джетски и ловят кайф. А девочки не могут купить купальник. Чашечки какие прикольные, чашечки. 9. Где? Сколько? А, 6,99. Кстати, вчера мы были в этом. Смотрели на крокодилов, и там были такие чашечки. 9,99. Нормально еще. Прикольно. Купальники тоже, они такие, ну, я хочу высокий верх, но... Хочу высокий верх, но что-то как-то мне не везет. Говорит, что вот это вот, это таус, то есть это полотенце. Прикольный такой. Класс. Магнитики. И мы вчера, кстати, купили уже свои магнитики. На память. Miami Beach. Марихуана. Жесть просто. Кстати, 3,99. А, или 3,99, либо 3 за 10,99. Кстати, нормальный прайс. Зайчик, там плавочки есть. Идем тебе что-нибудь розовенькое посмотрим. Своего как бы не очень так розовому цвету. Тем более, учитывая то, что мы тут много разных персонажей видели, интересно. Смотри, зайчик, очень красивая, правда. Да, мне нравится, такое веселое. Тут все какое-то скучное. Ой, слушай, смотри, только они скажут, сейчас скажут, ой, они такие длинные, но я понимаю, что это не его размер, но мы пока смотрим стайл. Песня хорошая. Да хочу потанцевать, а так надо спросить, где можно потанцевать. Зара. Я вообще не фанат этого магазина, но пойдем посмотрим, что тут есть и по каким ценам. Сравним с техасским. В принципе, как и в Техасе. 49. Платье мы нашли. Симпатичное. 69. Ну, плюс-минус здесь будут цены, как у нас. Посмотрим, может, какая акция здесь. Но, в принципе, я говорю, у меня из Зары нету вообще ни одной вещи. Не знаю, то ли я не подхожу по стилю, то ли они мне... Ну, в принципе, здесь вот, ну, жакеты красивые, все, да, но в Техасе жарой, в принципе, у меня... Я там не босс, да, чтобы покупать какие-то жакеты и куда-то в них ходить. То есть, в принципе, если я их куплю, я просто тупо их даже не одену никуда. Шорты. 29,99. Что, в принципе, нормально. Вон даже что-то майки. 19, там 17. Цены адекватные. Не купали их за $150. Марина нашла себе такое красивое платьишко. И, кстати, акция. Оно стоило 100 с чем-то долларов, а сейчас оно на акции стоит, сейчас покажу даже близненько, 35,99. Вот, вот это вот оно здесь висит. То есть, ну, акции здесь, в принципе, ощущаются существенно. Платье нашла. S-ка. Нужно, наверное, мерить, потому что S, не знаю, как оно... XS, наверное, у них нет. В общем, 19,90. Ну, как бы оно такое симпатичное. У меня уже три просто черных... Не три, вру, два. Два. У меня два просто черных платья. Ну, покупать еще третье. Ну, даже за 19,90 я не вижу смысла. А по цветам у нас... Что у нас? Сиреневое какое-то. Оно, может, на камере, кстати, кажется синим, но на самом деле оно сиреневое и какое-то, ну, бежевое. Я просто, я если я в нем буду, я еще блондинка, ну, просто это будет крышатский трэш. Даже, в принципе, ну, не знаю, даже цвета какого-то интересного нет. Мы решили сделать перекур, попить. Кстати, сангрия $5. Маргарита $8, то, что Марина любит.
мы решили что-нибудь сейчас, может, перекусить и отметить еще раз наш отпуск. И, может быть, удачный поход по магазинам, который закончится покупкой мне купальника, не знаю пока. Так, так как наши мальчики, мы сегодня, так как наши мальчики. И если я хочу, на которое я потратила, которое я потратила на платье. Смотри, как я, как Вова уже, я понимаю, как Вова.